Здравствуйте, дорогие дачники! В ноябре садоводы и дачники начинают покупать семена огурцов, томатов, земляники, также цветов. В это же время необходимо позаботиться о роскошном газоне в вашем саду. Необходимо купить семена и удобрения по уходу за ними. Хочется выделить газон-ленивец. Это этот газон с добавлением клевера, поэтому он не нуждается в подкормке минеральными удобрениями, так как клевер сам выделяет азот. Если вы хотите иметь в своем саду неприхотливый газон с цветами, то следует обратить внимание на газон мавританский. Это неприхотливый газон с цветами, в состав которого, помимо традиционной газонной травы, входят еще семена однолетних и многолетних цветов. Однолетние цветы зацветают на первый год, многолетние на второй. Мавританский газон чем хорош, тем, что он не требует скашивания. Особой популярностью среди садоводов пользуется газон спортивный. Он отличается высокой устойчивостью к вытаптыванию, засухоустойчивый, не требует частого скашивания. Газон спортивный подходит для футбольных полей и детских игровых площадок. Его можно выращивать как на солнце, так и в тени.